Шантуй – народный праздник. Издревле, по окончанию весенних посевных работ, народ выходил культурно гулять. И одевался красиво, новую одежду покупал. Родственников поздравлял. Сегодня испекла пирог из калины. Это по рецепту моей бабушки. Вкус пирога калины, да, сладко-кислый, очень полезный. И он такой неприторный. Отличное настроение, все замечательно, и погода классная. Мы ждали Сабантуй, не проводился целых 2 года, и вот он наконец-таки наступил. Праздник!